Тогда я читаю, это у меня нож ритуальный, и я пространство говорю, я здесь хозяйка. Я с духами таким образом работаю. Это не проклятие. Проклятие бывает, когда косит либо мужской род, либо бабский род. Здравствуйте, дорогие пользователи интернета. Вы знаете, первый раз в жизни испытываю волнение, потому что, хотя даже в своем ЖЖ заранее написал, но, тем не менее, сама не ожидала, что сегодняшняя наша встреча сложится. Итак, внимание, в эфире программа «Нереальная политика». С вами Андрей Колесников, я Тина Канделаки и наши сегодняшние гости. Это победитель второго сезона «Битвы экстрасенсов» Зулия Раджабова. Мы долго думали с Андреем, что мы будем делать и кому мы пригласим в гости перед новогодним эфиром, и какой подарок мы вам сделаем, тем, кто нас уже смотрит на протяжении нескольких выпусков. И пришли все-таки к выводу, что вот в это время, достаточно смутное, всем очень хочется услышать, во-первых, какие-то прогнозы на 2009 год, ну и, конечно, получить какую-то надежду. Поэтому, собственно говоря, Зулия, мы с вами встречаемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете что, вот у меня вот приготовлено много довольно вопросов, да? Но я сейчас понял, что мы сначала должны спросить, вообще, что у нас с долларом будет. Не, у меня ничего нету, так, поэтому мне все давайте, равно, давайте. В принципе, но раз ты волнуешься, давай да. с этого начнем. Да, хотели правильно, с другого хорошо. Начать, давайте вот с доллара, давайте, да? Давайте. Ну так, что будет в 2009 году, да, куда он, когда он поднимется, опустится ли он, да? Можете ли вы назвать точные цифры, да? Более-менее? Несомненно. И даты, да? Господи, ну давайте. То, что происходит на данный момент с долларом, это будет дальше продолжаться до, где-то пик будет начало марта, середина февраля. Он будет расти соотношение где-то 32, колеблется 35. Потом резко упадет до 24,3-24,7. 32 или 35? Вот колеблется 30. Давайте остановимся 32,3. Хорошо? Ага, давайте, давайте, я-то за. А потом будет падать? Да, резко причем. Ну, за сколько времени он упадет, как вы считаете? Чтобы как бы вот что-то планировать в следующем году, я просто хочу сказать, следующий год идет с цифрой 2-3. Всегда надо знать 2 дня, 2 недели, 2 месяца. И все события будут происходить с цифрой 2-3. Это получается январь, февраль, март. И так далее. Еще надо седмицу беречь, это 8 месяц, август. Волнение будет, и все это будет массово происходить. Если, допустим, происходили такие всякие случаи единичные, да, единичные, то это будет происходить уже массово. И волнение массовое. На Неве город поднимется, Питер. Я объясню, а зачем он поднимется? Куда он поднимется? Волнения будут массовые очень большие. И а чем они закончатся, хочется подожди, тогда сразу сейчас узнать. Столько вопросов. Давайте. А с чем они связаны? Будут они будут связаны в первую очередь, это социальная сторона, вторая. Следующий год проходит под знаком солдата, ну это в моем видении, как я говорю. И все, что связано с силами, силовыми структурами, это все обострится. Они будут внедряться везде, усилится именно правительство влияние. И позиции будут довольно держать очень сильные. Кому-то... Это не нужно будет. Ну, я сейчас лишнее скажу просто. Но в целом, как бы, не по, ну, скажем так, первый вопрос, который возникает, вы говорите, что будут волнения, вы говорите, что год солдата. Да. Поменяется ли власть? Возникает самый простой вопрос. А вы знаете, расстановка сил однозначно будет. Однозначно. Это опять-таки связано с людьми будет другой, да? В первую силу будет связано с людьми в погонах. Это милиция, органы, прокуратура, все такое. Будет меняться. Но основные лидеры нашей власти, они как были, так и будут. Вот и все. Власть укрепляется. Власть укрепляется, и тем более она укрепляет свои позиции не только в следующем, до 2012, 2013, 2014 года. Слушайте, ну здесь прямо напрашивается, вы же меня извините, и Конституция поменяется. Естественно. Реформа будет, несомненно, да. Реформа уже идет? Реформа будет еще более. А жестоко. Новые люди появятся в политике или останутся те, появится, кого вы все опять-таки, хорошо знаете? Отвечу же вам тем же вопросом и ответом, что вы знали. 2-3 человека. Новые? Да. Мы их не знаем. И чтобы знали ассоциации, будет везде преобладать буква «К». Буква «К». Я не могу говорить фамилии, имена этих людей, как бы, но это всегда будет фигура. Канделаки. Колесников. Отлично.
тобой. Слушайте, прям... ну очень интересно. Ну давайте тогда пойдем по порядку, то, что всем интересно. И то, что еще касается, хочу добавить, финансового мониторинга. Опять-таки усилится правительство влияние на банковскую деятельность в сфере частного бизнеса. И то, что вот финансовый мониторинг, как бы там будут очень кардинально меняться и законы, и соотношения, и ставки. Все это поменяется. И политика немножко, вы понимаете, у нас ржавая сейчас экономика. Ее будут чистить, снимать коррозию. Национализация будет? Навряд ли. Слабая. Но, тем не менее, наверное, скажем так, правительство помогает тем, кто сейчас вот в этой финансовой правительство кризис помогал. Правительство помогало и будет помогать тем, кого считает перспективным в дальнейшем. Если она считает, что вид будет отдача, там проценты немалые. Там, вы знаете, там внутренняя политика довольно сложное дело, как бы, и есть у нас на сегодняшний день, так и будет и дальше, 3, 4, 6 лет, 3 большие банка, и все, которые будут финансировать, ставить ставки, но не все с этим справятся, очень много банков лопнут. Слушайте, ну прям вот какая вы мудрая женщина. Ты представляешь, Андрей, вот практически все пока совпадает с линией партии. А кризис когда закончится? Вы знаете, в состоянии кризиса, вот сейчас народ говорит, у нас кризис. Мы живем 4-й год. Просто сейчас стукнуло. На самом деле все было медленно, красиво. Процесс более расшевелился. Мы в этом состоянии 4 года живем, будем еще жить. А мы ликвидируем... Минимум 4-6 лет. Да, будет медленная стабилизация экономики, восстановление, очень медленное. В 2009 году уже? Если нет, если в прошлом году ВВП у нас составляло, допустим, 6,8% общий рост, в этом, в следующем году это будет такая вот средняя цифра, ровная половина, опять-таки 2. Следующий год идет с двойкой, будет 2. Если было 7, будет 3,5% ВВП. Также инфляция. Минимум 15%. А война в Иране начнется? А в Ираке закончится? Вы знаете, и в Ираке, и в Иране будут соглашения подписаны, но рядом все, что, чтобы еще знали, все, что связано с названием стан за рубежом, Пакистан, Афганистан, и Индия, Индостан тоже говорю, и все такое. Это своего рода, как моя покойная бабушка характеризовала, Бермудский треугольник. Там никогда ничего не прекратится. Но по афганистанской теме, это кто в Афганистан вступил, то там еще всегда плохо заканчивается. Это никогда, правы. Никогда не превратится. А Украина, это Бермудский треугольник? Ой, Украина, вы знаете, это абсолютно другая тема. Судя по тому, что там творится, единственное, вот что вот прогноз, да, надо все-таки верить в лучшее, надеяться и молиться. Там вот Украина сейчас вот просто дыра, просто пустая. Молиться, да. А ничего больше не остается. Просто вот молиться, самый абсолютно самое главное. А молиться. Президент там поменяется? Вы знаете, президента поменяется, они просто поменяются местами на самом деле. И будут выполнять функцию друг друга на протяжении еще десятка, может быть, лет. Там, на самом деле, да, это любой скажет, на самом деле просто они будут меняться, у кого больше власти, а та же работа, те же люди будут, которые были врагами, друзьями, работали, сотрудничали, они все равно будут вместе идти. Ну, конечно, просто всегда нужно противостояние, всегда нужен. Но мы находимся в уникальной ситуации. Мы можем спросить, не поменяется ли президент, да, мы можем спросить, кто будет президентом в следующем Украине. Думаю, что женщина. А Крым мы присоединим? Стало спросить, как Крым? Да. А вы знаете, учитывая то, что Олимпиада будет скоро и все дела, там без всякого ясновидения могу сказать, что все к этому идет. Хорошо, а про Грузию тогда я не могу спросить. Когда в Грузии президент поменяется? Вы знаете, на самом деле, когда в Грузии президент поменяется, решает не сам грузинский народ, а не сама Грузия. Ветер дует издалека, запада. Все ж понятно. И долго Грузия в таком положении будет находиться? Она сама себя обрекла, обременила. А Саакашвили уйдет безболезненно? То есть будут ли еще, ну скажем так, тяжелые времена, более худшие времена, нежели то, что было в августе для Грузии? Вы знаете, самый страшный период в жизни, вот то, что для Грузии, для народа, они все-таки пережили, но будут еще потрясения. Будет очень холодно зимой и ближе к сентябрю обратно. Волнение в народе. Ужасное. Вот. А скажите, вот то, что кажется абсолютно нереальным, да, для Грузии, понятно, что Грузия как бы, да, ну сейчас она идет по американскому пути. Да. Возможно ли сближение с Россией? Вообще вот такое как бы? Да, конечно, конечно. Этого долго ждать? На это пройдет очень много времени, минимум 3-4 года. Опять-таки, народ на самом деле не против, понимаете,
эти волнения, все, что там творится, это все вот свыше. Люди устали от всего этого, люди хотят мести. Они понимают, что Россия — это держава. Она всегда была, есть и будет. Всегда. Но это не раньше, чем через 3-4 года. Но это будет. Будет. Ну, видите, будет. Я будет, говорила. Будет, будет. С Божьей помощью. Бог очень милостив, он поможет, будет. Потому что на самом деле там народ ни при чем, он устал, настрадался. Они делают то, что им говорят делать, но они не знают, что они делают. Они лишены... Я, когда училась в институте, мы ездили в Грузию, в Тбилиси. Это второй Париж был. Как там красиво было, здорово. Какие там люди. Если не первый. Я же говорю, красота. А сейчас во что превратились? У них будет расцвет, но это очень долго, становление. Дай Бог, чтобы я оказалась неправа, десятилетия будут на эти становления выходить. Там очень много нужно вообще всего поднимать. Всего вопрос-то задать. А с Америкой вот что будет, а? С Америкой? Да, она Вы сохранит знаете, свою гегемонию вообще вот в мире. Америка, да простят меня все, кто ее любит, от слова, как моя бабка покойно говорила, амораль. Вот. Этим я ответила на ваш вопрос. То, что Америка и в Африке Америка. То есть конец однополюсному миру, да? Вы понимаете, невозможно поломать менталитет людей, созданный там несколько веков назад, их взгляды и все. Это будет тоже болезненно, это будет для этого народа еще хуже, но американский народ сам себя топит, сам себя гробит. Он сам себя к этому ведет. Осознанно причем. Понимаете, нельзя так относиться к тем, кто тебя любит и кормит. Ну подождите, они же такого сейчас хорошего президента выбрали. Вот. Это же вообще Относительно президента, время. Относительно так. Президента, я хочу сказать кое-что. Моя бабушка покойная еще 20 лет назад говорила. Назвала год и сказала, в такой-то год придет темный человек. И будут отмаливать его на костях. Так оно и было. А как оно было? И темные силы восторжествуют. Вы хотите сказать, то есть, что Обама для Америки это плохой президент? Я не хочу этого сказать, что это плохой президент. Я просто хочу сказать, что кардинально будет меняться все. Это будет очень болезненно для американского народа. Очень-очень болезненно, потому что они не готовы к этому. Вы знаете, им бы всем проплатить психиатров, как они привыкли, у них такая модель поведения, да, в жизни. Чуть что психиатр. Не, ну это может быть и хорошо, если чуть что психиатр. Ничего хорошего, многих психиатров самих надо лечить. Ну, в этом тоже есть правда. А вы думаете, они не ходят психиатр к психиатрам? Это же взаимосвязанная система. Да. Я сама профессиональный психиатр, поэтому я много об этом знаю и говорю. Ну, вам же тоже кому-то хочется, наверное, в какой-то момент прийти. Тоже всем даешь. Хочется прийти, чтобы где-то и тебя послушали. Никуда не хочу идти, кроме Бога. Он милостив. Хорошо. Молиться надо, и все. Ну, скажите, но американцы... Это научно доказано, когда человек молится, у него состав крови меняется, органы структурируются. А что об этом дальше говорить? Хорошо, ну а где вот будет еще война? Вот вы как вы думаете, где-то в мире еще вспыхнет война? Война будет в трех местах. Она будет всегда первая буква И. Индостан, Ирак, Иран. В той области. Они поделят. Но не хочу я говорить относительно наших территорий. В Грузии все-таки что-то будет. В следующем году? Да. Ну, то есть это как-то будет связано со сменой президента? Будет, все-таки будет. Там волнение будет, и очень, причем массовые. Потому что я вижу много огня, пожара, люди убегают. Там все-таки будут происходить действия какие-то. Если в Питере волнения будут, то будут. Нам, на Неве. Нам, боюсь, будет не до грузинских волнений. А волнения в Питере перекинутся на другие города? Вы знаете, вот Питер сам по себе город, вот настолько, я его особо не знаю, но по моему видению, он такой обособленный, как бы сам по себе, да, вроде бы, но все ниточки тянутся сюда. Естественно, что-то будет отдаваться, отголоски будут, но там, понимаете, там народ другой абсолютно, нежели в Москве. У них все немножко по-другому устроено. Ну, а какая-то надежда? Пока, вот понимаете, все вот... Да, все будет хорошо, Бог милостив. Вы знаете, не по силам нам никогда не дают. Если что-то будет происходить, земля плачет, земля устала. Следующий год будет зимы и земли. Земля будет качаться, расшатываться, чиститься. Мы когда грязные, мы идем в ванную и купаемся. Точно так же нужно. Понимаете, люди многие не хотят идти работать или что-то делать. Саморазвитие должно быть, как да, для многих это будет очень болезненно, но тем не менее, после зимы всегда приходит весна.
это все к лучшему. Там небесная канцелярия знает, что делать и что дают. Ну вот смотрите, вот все сейчас вокруг говорят, что когда кризис, это хорошо, потому что одни богатые могут стать бедными. Хорошо, это очень хорошо. Но те, кто, вот, ну да скажем так, ну если не бедные, но не совсем богатые, они имеют шанс стать богатыми. Все-таки вот я хочу про конкретных людей спросить, может быть, не про всех. Давайте я вам просто еще одну вещь скажу. В следующем году не рекомендую нарушать букву закона, потому что на самом деле вот с этим будет тюрьмы переполнится. Те люди, допустим, которые жили, неплохо себя чувствовали в течение даже вот десятка лет, пяти лет, они могут в один день потерять все. Белый будет забирать у черного. Белый будет забирать у черного. А через год опять можно будет нарушать? Через год? Нет, да. Нельзя. Но в следующем году надо быть особенно. И еще то, что касается любых бумаг. Суды, тяжбы, любые, все, что связано с договорами, с контрактами, с этим, надо в следующем году, как бы, решать очень мирно, полюбовно договариваться, они будут тянуться очень долго. Надо будет идти как-то на компромисс, решать эти вопросы, потому что все, что связано с бумагами, судами, с переговорами, разговоры с контрактами, это будет чревато не очень хорошим последствиям. Поэтому изначально нужно знать, прежде чем подавать в суд, или что-то делать, или как бы подписывать контракты, нужно идти в храм и просить у батюшки благословения на всякое дело. Бог милости, он благословит, и все получится. Надо просто знать, что может быть такой момент, его можно избежать, и все. Но... А Москва-Сити достроит? Его же и так строят. Ну, сейчас вроде все строят, строят, никак не могут достроить. Очень беспокоюсь. Да? Да. Когда-нибудь это и я тебе могу сказать. Нет, правда? Нет, нет, скажу... в 2009 году. Мы говорим про 2009 год. Хотя бы основные башни. Давайте башню России. Как вы думаете, достроят или нет? Чтобы ее достроить, заинтересованы довольно серьезные люди. Угу. Капитал позже, но у них тяги нет, вот по моему видению. Что тяги. Это не тяги нет, это заморозится с цифрой 1,5-2 опять-таки. Она будет в два этапа заморозить, но ничего. Может, потом одних застройщиков сменят другие застройщики? Слушайте, вы отвечаете на очень конкретный вопрос. Давайте я вам сейчас скажу, это все равно будет передел, перенос. Опять-таки, запомните, следующий год ассоциируется с цифрой 2. Я объясняю, что всегда будет. Либо делиться на два хозяина, либо два человека будут делить между собой что-то. Либо будет оно в два этапа идти. Всегда нужно четко для себя знать, когда мы хотим решить какую-то проблему, какую цель мы преследуем. И чтобы знать, что с первого раза не получится. Либо будет партнер, который будет там двойственность. Нужно знать четко. Что мы хотим. А потом мы будем знать, что мы получим. А давайте про партнеров поговорим. Немножко. Давайте. Вот у нас есть несколько партнеров из списка Forbes. Они не наши партнеры. Ну, пока. Ну понятно, да, понятно. Они друг с другом, как правило, партнеры. Вот. Но есть лидеры этого списка. Вот можете сказать, что с ними будет? Вот у нас есть, например... Вот Олег Дерипаска. Такой человек, как Олег Дерипаска. Да, до кризиса, вот эти цифры, это данные до кризиса. 28,6 миллиарда в списке Forbes. Знаете, я вас перебью, скажу, я в чужих деньгах не ковыряюсь. Но интересно, сохранят ли позиции, вот без как бы ковыряния в деньгах? Ковыряться не будем. Не будем, да. Лучше просто не интересно. Надо. Не вот. Ковыряюсь, и вам не советую. Смогут ли остаться теми же, или придут новые люди? Первая десятка будет той же или нет? Это же даже нет, не с деньгами связано. Десятка, сразу говорю, 6 человек. Свои позиции 3-4 человека сдадут. То есть будут те, а которые... они куда уйдут? Во вторую десятку или во вторую сотню? Нет, они уйдут во вторую десятку, а первые два лидера, не первые, просто не хочу говорить, кто они вообще вверх пойдут очень. Еще политику, что ли? В политику им не дадут пойти, в общем-то. Но они вот в плане материального состояния обогащения, да. Потому что это очень... Похоже, это люди, которые вот... Да, это люди очень, вы понимаете, о ком я говорю, очень предприимчивые, как бы они все задействовали свои системы, и кризис им на руку. То есть не надо радоваться, когда многие сейчас, знаете, злопыхатели говорят, вот первая десятка, все поменяется. Ну что, вы знаете, Бог дает, Бог забирает. Если даже для них будут какие-то потери, понимаете, что они из этих потерь не будут стреляться и что-то делать, они все равно вложат и вытащат. Запомните одну вещь, Бог дает и Бог забирает. Заберут у них трудяги, будут работать следующий год. Будут, они знают, что многие знают, как нужно делать, как отмаливать и что куда вкладывать. А, то есть они вот знают, какими практиками надо пользоваться, чтобы у них все абсолютно было в порядке. Все, почти все, владеют, они знают, да? Владеют практиками, куда что пользоваться. У каждого почти есть свои консультанты. Вы имеете это... в виду, в смысле, не экономического характера? Ну, сказать? Естественно, да, конечно. А я вот никому не покажу, а вот у этого человека как дела будут? Нормально. Да? А женится он или нет? Вы знаете, то, что связано с женитьбой, там... Вообще не видно, да? Не-не-не, не видно. Вот я вам гарантирую, ну, слово даю.
И даже не будем показывать, кто это. Давайте так вот, вы догадаетесь, в общем-то, она как жена, так и есть, да, мы все об этом знаем. Но все-таки там будет суд-пересуд, и будет размолвка что-то. С цифрой опять обратно идет два раза что-то будет, недопонимание. И там будет разговор, опять-таки, связанный с бумагами у них. Что-то решится, но очень тихо, и это, ну, на самом деле, по моему видению, у этого человека заинтересованность уже есть к другой женщине, да, и это тоже есть. Он такой человек, что вот он однолюб, он для семьи. Ага. И зная по менталитету этого человека, скажу, что для него женщины всегда делятся на две категории. Моя такая-то, другая. И мать. Ну, да, естественно, вот моя женщина, это сестра, жена, мама, они... чистые. Остальные — это уже другая категория, которую я могу как-то рябку взять, поставить, что хочу сделать. Когда не надо, убрать. Мой прогноз близок к вашему. Абсолютно. Я считаю, что вы вместо инженера. Абсолютно. Да, да. Да. Ну, здесь как бы... Я не могу даже сказать, что там жену бросали прям настолько. Просто было у человека увлечение. Оно есть, да. Красота есть красота. Вот вы сказали, в деньгах не ковыряться, поэтому я вас слушаю. Не надо в деньгах не будем ковыряться, но в любви ковыряться хочется. Где же Михаил? Где же Михаил Прохоров? Покажите мне. Вы понимаете, что этот вопрос волнует всех в следующем году. Вот. Да вы что? Ну, конечно, посмотрите на этого человека. Михаил Прохоров. Вся страна задается вопросом, женится он или нет. Я даже голосование веду на одном сайте. А зачем сайте. Ему жениться? Ну как? Посмотрите на эту цифру, как же ему не жениться? С кем-то же надо радость разделить. Он и так делит свои радости. Его час, время еще не пришел. Не влюбится? Ну, как влюбится? Он, вы понимаете, даже вот я говорю, не надо обсуждать деньги, не надо чувствовать. Понимаете, у каждого любовь разная, у каждого представления и ценности о любви разные. Он всегда в состоянии любви, что вы знали. Он больше всего любит деньги, правильно делает. Он, допустим, у каждого свои приоритеты, но и тут же у него всегда по жизни есть человек. Его личную жизнь я не буду обсуждать. Ну, как интересно. То есть самой громкой свадьбы не будет. А почему вы думаете, вот, например, что откуда вот вы знаете? Ну, то есть я могу догадываться, откуда только. Да? Почему любит деньги? Почему вы думаете, что именно деньги он любит больше чем... Не больше, чем чего-то. Человек просто работает, знает, он умеет зарабатывать деньги. Я считаю, что богатым быть не стыдно, как бы, и неплохо. У всех есть руки, ноги, голова. Хочешь, иди работай, зарабатывай. Понимаете, если сидеть дома и пить, к тебе на стол не придет и не ляжет. Понимаете? Амбиции и все, они у кого-то доводят до этого, у кого-то до чего-то доводят. И запомните одну вещь. Каждый имеет в жизни то, что просит у Бога. Все дается через молитвы. Есть старая пословица. Никогда не бойся ничего. Тебе это дадут, и тебе это придет. И ты будешь отрабатывать это. Понимаете? Каждый несет то, что хотел. И все. Это элементарно. Вам не кажется, что люди, которые очень любят деньги, начинают в какой-то момент сильно ненавидеть? Вы понимаете, они начинают ненавидеть деньги. Это не то, что они ненавидят деньги, они, понимаете, они где-то уже внутри, я не могу сказать, что не любят себя, но они где-то внутри, понимаете, они живут с постоянным страхом. А когда человек хватит месяц со страхом пожить, вы знаете, от такого, как они говорят, кайфа от денег они не будут получать. У них все равно состояние страха. Потеряя завтра, проснусь, понимаете? Любой человек это понимает. У кого будет 1000 рублей, 1000 долларов и 1 000 000 долларов. Они все знают, что у кого-то, может быть, это последние деньги. Для кого-то кто-то богатый и все такое. Куда так вложить? Как спрятать? Куда вложить? А расскажите, куда вложить? Куда вложить? В 2009. Вот я в 2008 в золотые слитки все вкладывала. Вот если у меня что-то было лишнее, я подумала, надо вложить в золотые слитки. Не очень. Не очень, да, вот влезли. Да. Но будет больше? Вот я в 2008 в золотые слитки все вкладывала. Вот если у меня что-то было лишнее, я подумала, надо вложить в золотые слитки. Много ли у тебя золота? Не очень. Не очень, да, вот влезли. Да, не очень. Но будет больше. Во-первых, начнем с того, что еще, так как я говорила, следующий год земли и год металла. Все, металл, любой, то, что приносит деньги. Любой металл, это деньги. Абсолютно правильное решение. Золото в цене будет все. Но давайте я задам такой вопрос. Дай Бог, чтобы у тебя никогда не наступили тяжелые времена, да? Опять-таки, зависит от того, какой проект ты преследуешь, долгосрочный или чего-то. А вдруг, иногда золото, говорят, нужно для того, чтобы ханку хлеба купить потом, да? Допустим, когда кризис, когда трудно, продать невозможно золото. А если продашь, за копейки. Но тем не менее... Уже обменять просто. Это вкладывание очень хорошее. Все-таки, особенно в следующем году, я советую все, что год земли, в землю надо вкладывать. В землю. Она окупится с лихвой.
А металлы, вы имеете в виду благородный металл? Ведь все вот... металлы, все, что с металлом. А пока что цена смотрите, на металл падает авто... как, а? Подождите, автопром будет расти. Агропром будет расти. Цены. Хотя я знаю, что прогнозы будут дешеветь. Ничего подобного. Вспомните мои слова. Все будет. И агропром. Там все железки в агропроме. Автопром. Золото. Все, что связано, нефть железками добавляют. Земля и железки. Все будет приносить прибыль. А недвижимость как самое главное? Андрей, а недвижимость лучше всего вкладывать в недвижимость. Все-таки вкладывать, да. Не бояться. Давайте я вам так скажу так. Опять-таки, смотря, что вы хотите. Ну, скажем так, все сейчас... Если у вас долгосрочный проект, допустим, да, вам просто нужно сохранить деньги. И кто-то боится вкладывать. Это всегда швейцарские франки, японская иена, потом уже евро. В первую очередь. Если приобретения какие-то, обязательно землю. Все, что с землей связано. Земля, дом, квартира. Ну, что смотрите, вот сейчас многие взяли, допустим, да, кто успел до кризиса откажется. То есть, допустим, они по старым ценам продали квартиры. Многие как бы решили так заработать. И сейчас думают, что с этими деньгами, например, там за однушку взяли 200 тысяч, а за 200 тысяч, мол, через полгода, когда все рухнет, можно будет в центре Москвы квартиру купить. Давайте, вот это будет или не будет? Вы знаете, это вообще, я вам хочу сказать, это полный бред. Когда в Москве вот так рухнули цены. Вы мне просто приведите пример. То есть этого бред. Не будет? Никогда не будет. Будет, я вам скажу, соотношение самое большее 12-20%. Но и то это временно. Никогда в жизни в Москве, Подмосковье и вообще недвижимость дешевая не будет. Знаете, сколько людей сейчас расстроили? Да, вы не представляете. Вы знаете, что я знаю, что расстроены. Я понимаю, что, допустим, у меня тоже какая-то такая проблема. Да, у всех вот мы решали квартиры на какие-то там, кто-то расширится, кто-то уменьшится там, в зависимости от состояния, да, человека. Но, тем не менее, хочу сказать, что вот когда коснется того, что когда человек, допустим, ищет то, что ему нужно, земля, участок, дом, квартира, да, и он прекрасно поймет, что цены не рухнут и не рухнули. Хотя говорят и риэлторы, там, и агенты недвижимости. Ничего подобного. Нет такого. Вы понимаете, это все разговоры. А на делах там 500 тысяч нереально. Сейчас весь шоу-бизнес замер. Шоу-бизнес рухнул в этом году. Вы, наверное, знаете. Наверное, вам Но я за вас рада. Да, нет, а я рада. Я намекнула. Да, потому что вы. Нет, я вам намекнула, что у вас все в порядке. А, у меня все в порядке будет. Нет, я-то рада, потому что я, честно говоря, не очень люблю вести вот такие, как бы, ну, именно застольные праздники. Приходится просто. Ну, приходится, потому что за это мы, правда, получили большие деньги. Это в силу профессии, ну, правильно. Да, но в декабре все сидят дома. Вот все ведут максимум 1-2 концерта, начиная с Филиппа Киркорова, заканчивая, как бы, мной, да. Потому что в этом году вот декабрь мертвый, то есть артисты обычно в декабре ведут по 3 мероприятия за день. А вот я объясню, что это не только связано с кризисом, что всегда знали, сейчас какой месяц? Постный месяц. Месяц Великого Поста. Что вы знали, никогда испокон веков не давали работу, заработки, будь то кризис и не кризис, все равно в той мере, в которой должно. Декабрь, ноябрь, декабрь, январь, до середины обрезания Господня, 14 января. Нельзя думать о больших заработках. Могут забрать и решить, я правда говорю. Эти 3 месяца должны пост, паломничество. То есть шоу-бизнес наказали, получается, да? А вот вернется... Нет, вот... ну до сих пор-то в декабре. Да, все же нет, я знаю, что была другая ситуация у этих людей. Все равно в должной мере, вот как нужно, может быть, 100 раз больше было бы. А зато в этом году было, зато в следующем году отберут. Вы знаете, каждый отрабатывает за себя. В этом году было хорошо, мы не постились, не паломничество. Следующий год, 2, как моя бабка говорила, 3 года будет пустыми. Даже если будет, дадут тебе деньги, заработаешь. В следующем году ты будешь думать, а куда же я хотел? Ага. А где же они у меня? Поэтому понимаете? Вот я тоже всегда так думала. Не может быть бесконечно, чтобы артисты стрелили постоянно, каждый год по 100 тысяч долларов люди зарабатывали просто за выход на сцену на 2 часа. Ну, не бывает. Не бывает. А так. Цены на нефть? Ну, дай бог, чтобы всех наладилось. Все-таки нужно цены на нефть повыситься. Повысится. То есть это постепенно, будет... потихоньку, они уже... Еще в этом году, может быть, повысится даже, да? Они уже идет такая тенденция, вот что вот по моему видению, и что уже этот процесс идет. А до скольких? Есть ощущение или нет? Есть ощущение, не хочу говорить. Ну, то есть в этом плане Россия будет в порядке? В порядке. А, относительно России и нефти, чтобы вы знали, что, допустим, ОПЕК, да, и Россия, 80% мировой добычи нефти. Близнецы-братья. Суммарно.
Да. О чем вы говорите? Россия всегда была на коне, Россия всегда была великой державой, она и останется. Смотрите, мы с вами разговариваем за три дня до сессии ОПЕК. Угу. Которая куда активно ты поедешь, кстати? Да? Ну, и поеду, да, и активное участие Россия будет принимать, да. Да Россия без России ни ОПЕК, ни НАТО никуда не денется без России, понимаете? То там есть все Россия завязано. Вступит в ОПЕК и в НАТО? Да, конечно. Да? В НАТО Россия вступит? Но вы знаете, они больше заинтересованы. В этом. Да. Они не наша сторона. А я думаю, что у нас отличный правитель, они знают, что делают. Угу. Пускай попросят 100 раз, а они будут думать, понимаете? Все-таки эта позиция, вот считаю, что и то, что не хотят, наши правильно делают. То есть у нас лучше, пускай чем в Америке попросят. Будет, у нас было и лучше, чем в Америке, понимаете? Если там будут падения, там совсем все по-другому происходит. И менталитет, общество, ценности, у нас все по-другому. В смысле, мы более готовы к кризисам, мы легче. Вы знаете, наш народ привык. Наш народ привык. У нас уже было не однажды такое. Мы выстоим, у нас народ сильный. Ну, смотрите, вот прошлый год тоже не могу спросить. Очень много было. Вы же как женщины, да. Следите, разводов. Просто вот столько ужасно. Известных людей. Абсолютно развелось. Вы правильно говорите. Прошлый год, вот по годам, допустим, по-моему, прошлый год был год. Конечно. Сорвалась все. Цветущий, нет, до 40 женился. Я еще не пришла к тому, что цветущие женщины, но, а потом она резко превратилась в болящую старую бабушку. Объясню, почему. Резкая, причем кривая. Прошлый год был год осени. По-моему, этот год будет год зимы. Осень все бросают, увядают. И 2 плюс 8, я вам говорила, что прошлый год был один. Человек резал от себя, оставался один. Этот год будет 2009 год семьи, двойка там. Институт семьи будет укрепляться, это правильно, это надо. Надо стремиться к этому. А вот прошедший год, он был год одиночек. Ну вот эти все наши Волочкова, Робские, это год одиночек, выйдут, понимаете? Замуж или нет? А им это нужно, вы думаете? Ну не знаю, я бы хотела погулять на свадьбе Ксюши Собчак, в конце концов. Да не дозрела, не хочет она. Проблема не в том, что они не могут замуж выйти, проблема в том, что они сами не знают, что они хотят. Ну, смотрите, вот Саркози, конечно, просто попер все институты, возможные и невозможные, совершив такой романтический поступок и женившись на Карле Бруни. И весь мир это обсуждал. Ну, президенты тоже люди, понимаете? Они же тоже все сердцем. Еще такое будет? Вообще такое можно спрашивать? Вот вы такие нет, такое можно спрашивать, но я думаю, навряд ли. Это очень смелый поступок на самом деле, да? Довольно смелый. Но вы думаете, мало средних смелых людей? Но дело не в этом. Я приветствую, но есть такие вещи, как этика, да, любая. Обязательно. Управитель, этика обязательно. Есть, опять-таки, семья, общество, перед которым ты главный пример. Ты показываешь пример своей семьей, как надо жить, как надо растить детей, понимаете? Люди, есть более ответственные люди, а есть люди, более, которые живут душой. Я не могу никого-то упрекать, не имею права Богу только судить. Ну, каждому свое. Ну, то есть это все те условности, которые, как ты говоришь, попрал Саркози. Ну, конечно, потому что просто интересно, насколько это станет тенденцией, да, будут ли... Навряд ли. Я думаю, что многие хотят, но как бы просто не могут себе это в силу того, что они первые люди в государстве, не могут себе это позволить. Это все-таки, может быть, для кого-то дурной пример, может быть, для кого-то желанный пример. Но не станет заразительным, да? Нет, не станет, навряд ли. А спорт как? Вот в этом году вроде было нормально. Относительно спорта вообще, да, прошлый год отлично просто. Следующий год будут немножко осложнения, травмы у тех спортсменов, которые будут связаны с бегом, с землей, с ногами. То есть и Симбаевой быть поаккуратнее получается? Обязательно. Нужно, потому что очень травмоопасен. Нельзя вообще спорт, любой спорт, он же вот в конечном итоге, я сама спортом занималась. Да, каким? Да, дзюдо, мастер спорта по дзюдо. Серьезно? Угу, да. И знаю, что в некоторый момент, когда вот человек нарабатывает, у него уже вот состояние агрессии, когда он до какой-то точки доходит, когда он вот добивается какого-то результата, понимаете? А следующий год земли с агрессией нельзя. И так что вот любое то, что мы передвигаемся, ногами бегаем, занимаемся, что делаем, надо быть аккуратным. Олимпиаду же не отнимут, Андрюх, вот последний матч. Да нет, конечно. Я ее предсказала, когда еще 4 года не знали, кому ее дадут. Нет, да, конечно. Да все в порядке. Все в порядке, конечно. А в нас с теми много агрессии, как считаете? Нет, вы очень добрые, теплые, приятные люди, правда. Дай Бог вам здоровья, чтобы все было хорошо. А мне еще чемпионат мира, Еврочемпионат по футболу волнует тоже. Вот на Украине оставят или нет? Что? Вот Еврочемпионат, ну, Европейский чемпионат по футболу. Я не очень-то в этом разбираюсь, как бы, но дома, когда смотрят, я так краем глаза смотрю.
У меня вот такое чувство относительно Украины, да, что они все отнимут. А, смотрите, вообще все, что есть, да? Что они все отнимут, прости меня, господи. Там не так много чего. Я же говорю, что они все отнимут, потому что для них следующий год идет очень кризисно. Следующий год у них дырка. Когда дырка, это долговой год у них будет. Постоянная паутина, долговой, долговой. С одного долга в долг будут грызться. И те, которые были с рогами, они будут мириться и расходиться. И партийные деятели, там, и все кто угодно, они будут бок о бок и понимать, и ругаться. Но опять-таки я скажу, что выхода не найдет. Она будет искать выход Украины за рубежом. За рубежом. Это большую ошибку сделает. Я точно знаю, что, допустим, вот если говорить, что интересы Грузии будет представлять Швейцария, ну, также и Россия, допустим, а интересы Украины, разве что Америка, там, я не знаю. А еще я тогда уже, раз мы не остановились вовремя, а вот рейтинги, например, президента и премьер-министра, они будут расти или падать? Какой страны? России. России, они всегда будут расти. У кого рейтинг будет расти быстрее, у премьер-министра или у президента? Ну, у каждого по-своему хорошее будет. То, что касается нашего бывшего президента, у него рейтинг довольно высокий очень. Довольно очень высокий рейтинг. А у Медведева нынешнего тоже неплохой рейтинг, хороший. А в результате социальных взрывов что будет с рейтингами? Они будут вверх, вниз, вверх, вниз, но все-таки доверие населения не пропадет к ним. Россия великая страна, мы не то выдержали. Раз уж ты заговорил, тогда давайте выясним, а следующего президента России мы знаем? Да. И он был уже знаете, президентом. Конечно, знаете, да, однозначно. То есть вот медиумы считают, что следующим президентом России будет по-прежнему Путин? Все его, я не буду говорить, кто будет, но все его знают. А почему бы нет? И любят? Да, знает и любит довольно очень хорошо. Как интересно, слушайте. А, прям, конечно, я бы дорого отдала, чтобы послушать разговор двух медиумов по телефону. Вообще, вот как же так жить, да, когда, в принципе, все знаешь. У меня лично волнует вопрос. Вот я не видела еще ни одного медиума. Вот все они почему-то какие-то порядочные люди. Чтобы вот медиум был миллиардером. Потому что вот я думаю, если бы я была медиум, господи, слава богу, что я не медиум. Я же бы все знала. Я вам объясню. Бесплатно от слова «бес» платит. Чтобы вы знали, как небеса и нет беса, да? Когда человек работать своей энергией, это на самом деле огромный душевный труд. Настоящий медиум или кто-то, он знает, что есть определенные рамки, есть такая вещь, как десятина, она и в Коране, и в Библии у всех людей одинаковая. Десятина – это голодные дети. Второе – у кого мечеть, у кого храм. Третье – допустим, дети или кто-то. И на самом деле, когда человек работает, он знает, потому что если ты не отдал вовремя от своей десятины, что нужно, если ты не отработал перед своими родителями, у тебя заберут по-больному. О-о-о. Моя бабка покойная всегда говорила, бойся того момента, когда у тебя все хорошо, тебе фартит. Придут, у тебя будут отвечать, спрашивать с четырех сторон света и будут забирать по-больному. Поэтому надо оставлять. Деньги – это тоже энергия. Сколько отдаешь, столько возвратится. Если это касается бизнеса, да? Это вот бизнеса. Самое главное – десятина всегда надо знать. Перед началом любого дела всегда нужно освещать документы, просить благословения есть определенной батюшки в храмах. И Зуля, а как понять, все же помогают, мы же все помогаем родителям, да, близким, да, родственникам. Mm-hmm. Это считается десятиной или не считается десятиной? Нет, нет. Это то, что мы помогаем, понимаете, это наша прямая обязанность по крови. А то, что уже заработок. Мы заработали $1000. Никогда нельзя считать, что мы заработали $1000. Мы считаем, что мы заработали $900. Три раза положены деньги в карман с десятины, а вернутся три раза рукой твоим поколением. Поэтому надо четко знать, что жадность, когда человек жадный душой, он жадный на карман, он жадный на чувства, и относительно у него всегда будет проблема, либо кредиты, либо долги, ему всегда будет не хватать. То есть эта двадцатка все получается щедрые, да, кто стали миллиардерами? Да, да, да. Они по-своему щедрые. Когда они поднимались, когда они делали что-то свое, они по-своему щедрые, когда они делали свой бизнес, они четко знали, что и как его строят, кому нужно отдать, кому нельзя отдать, понимаете? А теперь самая главная задача в следующем году не накопить, не потерять, потому что как вода в решете будет все уходить. Самое главное, чтобы вот эти, то, что мы заработали, наши кровные, да, чтобы их сохранить, что нужно делать? Первая десятина. Обязательно. Вторая – родитель. А третья уже обязательно – это дети. Нужно кормить голодных детей. И поминать умершего своего рода, чтобы была защита рода. Если у человека нет защиты рода, не удержишь ничего. Тем более в следующем году будет очень много воды. Будет подниматься вода в водоемах, вода прибывать с неба будет много воды, очень. Кругом много воды будет.
Ну, потепление. Год воды. Нет, вообще-то очень много. Год воды будет. Я, знаете, спрашивал у очень серьезных политиков. Владимир Владимирович Путин, кстати, спрашивал тоже. Вот Третья мировая война будет? Я вам скажу такими словами. Я на некоторые вещи отвечаю стихами. Конечно, мне бы хотелось сказать, мы не допустим и не дойдем до этого, да? Но, тем не менее, все-таки где-то это неизбежно. Все к тому идет. Вы посмотрите, что... Я вам так сказал. Я вам говорю, это неизбежно. Вы посмотрите все. Земля всегда плачет. Почему? 5 лет назад, когда давала я прогнозы относительно вот катаклизмов, в каких городах, какие землетрясения, что вода поднимется, все смеялись. А сейчас оно так есть. Вы понимаете, вот, что происходит в Штатах? Там полностью, допустим, может летом снег выпасть или град. У них таких явлений не было. Посмотрите, их не вода, а море. У них земля расходится, поднимается вода. Сколько человек от стихийных бедствий умерли? Почему это в США происходит? Потому что амораль. Потому что нельзя никогда железки направлять на такого человека, как это. Будь то это ракета, будь это оружие или что-то. И даже злые помыслы. Понимаете, природа, она живая, она дышит, она всегда накажет за наши деяния. И всегда надо четко знать, почему именно в той области, не по каким-то особенным природным там признакам, да, а лишь потому, что она устала, она плачет. И она будет показывать, когда нас обижает, мы плачем, так же и земля, и небо, и природа. Все это Бог создал, и она плачет, как живая. А еще, еще и самый последний вопрос. Путин ответил более коротко. Будет. Ну так же. Я же вам говорю, это неизбежно, однозначно. А, пусть меня простят, пусть на меня никто не обижается, но понимаете, у меня обет, я что вижу, то и говорю. Я давала некие обеты, что я сказки не собираюсь говорить. Это неизбежно. К сожалению. Скажите, пожалуйста, совсем уж напоследок, что-нибудь хорошее будет? Будет все хорошо, Бог милостив. И каждому дадут по вере, все будет хорошо. Вы понимаете, что когда человек устал, работал, он немножко там... грязный, вспотел что-то, он же идет в душ, купается, да? Эта встряска нужна для нас, для нашего народа. И если она что-то делается, значит, нам это нужно. Не по силам, не дают, мы все вынесем. Но, опять-таки, может быть, от этого, да, для многих болезненно это произойдет, может, от этого пострадает и кто-то обанкротится, но я вам скажу, у кого не было ничего, у него меньше не убавится. У кого было, да, будут проблемы, но, опять-таки, они быстро-быстро-быстро по лестнице, они на ноги встанут, они это умеют делать. Самое главное в этот период, чтобы не было духовного голода. Когда есть духовный голод, агрессия. Когда есть агрессия, это, понимаете, мы все время спичка, искра. Когда есть искра, это болезни. Почему онкология сейчас гуляет? От этого. От обиды. У каждой болезни есть причина. Это онкология. Почему эндокринная система, женская мочеполая среда, допустим, у женщин, главная проблема. Вот я каждый год веду статистику, да, с чем обращаются уже 21 год. В прошлом году женская мочеполая среда, признаки там говорят, что-то генетика, да. Главным образом эндокринная система. Любви, а почему? Нет, Жулия, обиды, все... обиды, надо отпускать обиды, все болезни от обиды. Женщины переживают, женщин много, мужчин мало, напоследок уже не могу не сказать. В блоге, когда написала, что вы придете, каждая вторая спросила, когда я выйду замуж и что сделать. В смысле, не вы я, вы знаете, а читательница. Я в таком случае хочу сказать, что я за свой век тоже повидала женщин, которые быстро устраивали свою личную жизнь, выходили замуж, но они от этого... Да, кому-то везло, дай Бог здоровья и счастья. Но они от этого многие счастливее не становились. Главное, вы понимаете, свою душу по дороге не растерять за мужество и женитьбу, да? Главное, четко знать для себя, что тебе нужен, твой ли это человек. Поэтому не быстро спешать, когда я выйду. А если даже ты встретил человека, ты должен понять. Надо всегда слушать свое сердце. Твой это человек. Отвечает ли он тебе... Ну, Колесников мой требует. Или не мой? А? Колесников абсолютно, мой? Абсолютно, мой? Абсолютно. То есть мы долго будем вместе, получается? Да, да, абсолютно. Серьезно? За этим столом? Да, естественно. В смысле, да? Ну да, конечно. И наши передачи долго будут выходить? У вас все будет в порядке. Нет, вы знаете, вообще, у вас идет разрозненность. Давайте как есть, хорошо? Вы каждый сам по себе. Хорошо, давайте напоследок правду. Вы каждый сам по себе. У тебя своя точка, у тебя своя точка. Опора у вас... колышется. Вы еще к чему-то общему до конца не пришли. Что вы мне говорите? У вас вот такой вот консенсус, нету его еще, понимаете? У вас все равно разрозненность. Ты там. Пришли, пробежали, сделали дело, убежали. Так не бывает. У вас все равно мое, отдельно. А будет или нет общее? И надо ли? Кстати. Ну, если честно, вы к этому так не стремитесь как-то, да?
немножко с вашей стороны, немножко с вашей стороны. Идет не договор, вы между собой договоритесь, или вы этого захотите? Нет, мы уже договорились. Но, да, я хотим вот спрашивать, но если бумаги подписали. Да, но если, если, да, ты уже подписал, я еще не успела. Если не дают, если есть сомнения, просто мой совет вам, да? Если человек в чем-то сомневается, у каждого есть ангелы-хранители. А кто не верит, тому бесов посылает. Они тоже и тех Бог создал. Начинает человека крутить. Если вы думаете, если человек сомневается, что что-то, ну, я думаю, что вы никогда не будете вредить друг другу. Я думаю, что у вас препятствий в работе, вы очень легкие. Вы будете понимать, если да, что-то вам не понравится, я знаю, что другие будут ругать, посылаться там или что-то. Вы посмеетесь, обниметесь, поговорите и поймете друг друга. Но все-таки общность у вас есть, но все равно вы раздельны. Ну, так это лучшее, что может быть. Это шикарно. Ну, это то есть, вот, может, общность, относительно, это вот, допустим, вашей работы, да, относительно, вот это самый идеальный вариант. И вы вот правильно вы выбрали, отличный вариант, правда. В смысле, чтобы... между нами, как между мужчиной и женщиной, ничего нет? Вот хоть вы первая женщина, которая про меня это в этой стране скажет, что мне ничего нет сказать. Не было, нет и не будет. Вот. Вот. Нет, у вас с колесником никогда не было, никогда не было, нет и не будет. Очевидно, первое. А второе, то, что вы понимаете, мне приятно на вас смотреть со стороны. Вы вот так горите работой, у вас глаза горят, у вас мысли, вы не успеваете все вот это говорить. Это, потому, это вы пришли. Понимаете? Вот это очень приятно, дай Бог, что вот это все сохранили, несли. И вот, может быть, друг друга подзаряжаете, но то, что если говорить там о личных каких-то отношениях, я далеко, близко, вообще никогда не вижу, у вас этого не будет. Хорошо, я считаю, что мы неплохо запутали всех, на этом остается только закончить. Попрощаться со всеми. Засекретили, да? Да, спасибо вам огромное, Зулия. Я думаю, что нашу передачу с интересом посмотрят все. А если будут какие-то вопросы, ну, пишите, наверное, мне в блог. И не забывайте о том, что Зулия правильно сказала. Наверное, все-таки на все вопросы надо находить ответы, в первую очередь, внутри себя. Внутри себя. Бог с нами, и рай, и ад тоже внутри нас. Надо знать, к чему мы стремимся, что мы хотим. Но все-таки от себя хочу пожелать всем, чтобы следующий год был, если даже немножко трудным, с другой стороны, как у другой стороны медали, оказался легким и нужным и полезным, чтобы каждый сделал для себя выводы, чтобы институт семьи, год семьи будет следующий, укреплялся, чтобы люди ценили то, что есть, не теряли, любили друг друга. Ну и, конечно, шли через Бога. Он все дает. С Новым годом! С Новым годом! Замечательно видно. Вечернюю Москву открывается из окон свисотеля «Красные холмы». Именно здесь снимается программа «Нереальная политика».